Всем здорово, всем с вами я, Вушка. Продолжаем играть на серии с Метроем Тон номер 3. Все как всегда. Swag, bitch. Извиняюсь, что долго не было серии. Я был на отдыхе, можно так сказать. Сегодня уже приехал. Набрался сил. Так что 15 лайкосиков, да, Лукойлов. Сразу следующая серия, так что давайте лепите там лайкосики, фуры завозите. А по названию ролика вы уже, наверное, поняли, что я купил. Купил, короче, Субарик BRZ, это типа Toyota GT86. У нее там что-то тюнинг есть. Почему я его взял? Кстати, взял его с БУ за 2.1 лимон. На нем винил стоит за 1.5 лимона, если не ошибаюсь. Наклейка RDS и номер такой, более-менее красивый. Я проверял, сколько он едет, но он едет что-то мало. Но он у меня будет под дрифт проект, так что давайте снимем. Это... Сколько мы снимем? Ну, 2,537, где-то так. И надеюсь, мы за 2,5 лимона его затюним. Вложимся. И у меня что-то приехало, у меня изменилось вообще расширение экрана. Чат изменился, вообще как-то по-другому стал. Нету это... вообще нету ничего. Это другое расширение, другая физика, не знаю, что это такое. Да ладно, стоит у меня трак чипы на него. Но я потом его изменю на дрифт, уже когда затюним полностью тачку. В конце, короче. Давайте приедем на тюнинг. Поставим теперь обвесы. Могу сказать, что я уже ездил, смотрел обвесы, но здесь особо вообще нет ничего. Спойлера. Вот здесь такой. Да, здесь вот такой. Нету даже эти. Детейл. Наверное, поставим вот такой вот. Потом, может, уберем. Вот, это расширение обязательно. Ставим передний бампер. Губа. И все. Диффузор передний. Как он называется? Наверное, вот этот поставим. Все-таки. Или вот этот. Вот этот. Вот нет. Не знаю даже. Вот этот. Он такой более незаметный. И уже у нас лимон. Опа, и задний бампер. Это что у нас? Он тоже добавляется. Все. Просто тюнинг. 4 пункта. И у вас лям 200 уходит. Так, давайте теперь десочки привалим сюда. Угу. А по десочкам что сюда можно? Давайте посмотрим. Нет, нет, нет. Волки, кстати, думаю, волки вообще на теле в проекте мне пошли идут. Можно вот эти лепить, кстати, хамы, но хамы более не для дрифта, вот. Хамы тоже нет, там почти нет. Нет, кстати, боссаны еще думал. Вот эти именно боссаны 18. Ну, так, эти, кстати, норм. Нет. Кстати, вот эти хорошо подойдут. Более-менее. 380, 300. Наверное, лепить волки, да и все. А что-то сделаем. Не знаю, подрифт проекта у меня почти везде волки стоят, не знаю, универсальные диски. Так, давайте задницу приведем. Так, ширину поменьше, конечно. Так, радиус. Это вот так. Ну, вынос. Это вот так. И разводчик. Вот так. Даже можно разводить. Вот так. И задних на переднее. Вот. Даже можно переднее. Немножечко. Не задних, а переднее. Даже разлом немножко добавить. Все. Сохраняем, выезжаем. Вот. Думаю, нормально. Ладно. Давайте поедем. Не знаю. Фары менять, менять. Вот притонироваться нам надо немножечко. И вот цвет, я думаю, изменить или не изменить. Потому что бирюзовый так не очень. С черным. Сейчас поедем в винилочку и изменим. Возможно, что-то еще наклеим. Так, видим чапт. Все, заезжаем. Кстати, у нас лимон только остался. 1.5 уже ушло. Вот и так дешевле оставим. Да что это такое розовое? Более-менее. Нормально. Не буду, наверное, ничего лепить. Приехали. 60-60-60 стоит. Что, серьезно? Давайте этот поставим. Что-то не ровка такая. Давайте 8, по 80 поставим. 70 тысяч. Такой. Yeah, nothing.
bitch about YouTube for thinking we would not make it. На этом все. Такой вот субарик наслышал. Обязательно пишите комментарии, нравится вам данный субарик или нет. Ставьте лайкосик. С вами был Эван. Всем удачи и всем пока.